Подразделение ПВО ВС Армении сбили азербайджанский БПЛ. -а. Подразделение ПВО Вооруженных сил Армении сбили азербайджанский беспилотный летательный аппарат. Об этом на своей странице в Facebook 14 июля написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушен Степанян. Подразделение ПВО Вооруженных сил Армении сбили азербайджанский беспилотный летательный аппарат являвшейся системой управления огнем, написала она.